Смотрите, какие горы. Привет, с вами Андрюха и его семья. И в этом году мы решили повторить нашу прошлогоднюю поездку в Мальму на кресельно-канатный подъемник. А ты смотри в зеркало. Там... Зеркало заднего вида, да? Замотанное изолентой. Вот, едем всей семьей. В прошлом году ездили без Тимошки. А в этом году он уже немножко подрос. И сейчас мы попрем на какую-то гору, там на такую высотищу, прям на красоту. И, в общем, будем маленько от работы маленько отдохнем и чуть-чуть отдохнем. О. Река, смотри, вот мы по гору едем прям вниз, а река, смотри, туда входит. Прям перекат, надо было здесь остановиться, вроде. Осталось до подъемника, остановились маленько отдохнуть. 7 километров осталось. Лошу я закрыл? Меня челка пустит. Давай руку. Андрюш, возьмите его за руку, а? Тут тебе и ветер начался. И облака. Мы дома были, было все хорошо, да? На ручки пойдешь ко мне? Мама, ты совсем как моя челка растет. Да. Вода интересна. Ну. Что, замерз? Кофту взяла. Ой, а там водочка есть. Я замерз, я пошел за ветром. Ему кофту. Нет, мотай за ветром. Мама, смотри, там есть мозаи и зайцы. А, точно. А мы как раз читали такой рассказ. Я тоже хочу, мам. А, аккуратно, Тим. Ой, мы где-то, да, где-то находила, да, и... Мама покупала хрестоматию, и там вот есть. Тим, только держись аккуратно. А там очень опасно. Опасно, да. Ты сам смотри, пожалуйста, под ноги. Данила, отойди маленько. Отойдите, а то хлопнет. Ну как? Хорошо? Такая вот гора. Все уже устали. Но... Маленько устали, Данил уже убежал. Я даже не знаю, где он. Ой. Камушки сидят полосатые. Выходи на селфи. Я уже нашла его. Вот он, я его снимаю. Что там? Пора ссыпать, нет? А почему? А что, сюда надо ссыпать монетки? Нет, оттуда надо ссыпать. Мама, зачем сюда? На счастье. Давай чай, Якоб. Все.
Ромка, бросай. Все, пошли. Да, бросай. Ведерки сфотографировали? Если я сидела, то иду. А ты туда, она не упадет. Бросай он там и все. Давай, 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 давай. Бросай, бросай. Ну, он сам бросит. Мама, дай. Тим, бросай монетку. Я хочу сюда. Не хочешь? Ну, не хочешь, не надо. Я хочу сюда. Давай сюда. Что, Андрюш, бросил? А? Бросил? Я? Да. Я не буду бросать. А, не буду. Такая вот гора. В этот раз больше развлечений, да? Ну, теплее сейчас. Да. Люди одеваются, наряжаются. Что, готовы идти к Золотой Бабе? Да. Были пошли? Да. Да. Здесь холодно вообще. А мне тепло. Я вам пошли. Ну, там запись. Подождите, тут очередь. Сейчас. Встань с ней. Настя сейчас упадет. Тим, на меня смотри. Настя, отойди скорей. Да, пошла, пошла. Все, готово? Все, готово. Парень, иди малек. Смотри на маму. Вот и на маму. Парень, ты что? Ну, уже. Вы на видео снимаете, да? Ну, классно. Сейчас холодно, на орел. Смотри на меня. Скажи, что мне в камеру, парень. Клёво? Клёво. Ну все. Подвинул вот так вот. Твою руку покажи. Молодец, мужик. И опять ты на том месте сидишь. Да? Да. Возле дерева? Да. С этой адской машины. Страшно, конечно. Страшно, да. Красиво, конечно, но страшно. Тем более с детьми, да, вот держим их как этих, прям двумя руками. Сами они это хватаются за все подряд, лезут куда попало. Вот и держишь. Страшно, как-то. Так что насладиться в полную силу, конечно, не удалось природой и погодой. Подышать этим замечательным воздухом. Ну, с детьми и с детьми. Ну, зато без детей тоже никуда дать им. Еще косметиков слышно даже на такой высоте. Сейчас пойдем на батут, а потом на... Молодец, Данилка! Данилка идет на такой высоте.
Еще, говоришь, лучше бы на детскую пошел. Молодец, молодец, давай, повтори свой рекорд. Не торопись. Прошел без единого падения. Еще на скейте поеду. Да, сейчас на скейте поедешь. Да. Алиска вниз поедет. Да. Держаю. Ну что, классно, Алиса? Ну маленько там то ли запнулась за площадку, то ли что. Давай, теперь сложное препятствие на скейте. Ты в прошлый раз, тяжело тебе было с ним справиться. Данил, ты двигаешься по сложному мосту, на котором практически нет ступенек. Держись, сынок. Папа! А? Держаться не за что! Держаться не за что, за воздух зубами держись. Держись, знаешь что, за эти, за веревочки у страховки у своей. Держись за веревочки у страховки, Данил. Ну что, классно? Да. Ну молодец. Надо теперь его поднять. Справился второй раз. Так что на боты ты хочешь? Ну, надо мокро. Все, все, поехали ты тогда. Все, спасибо. Ну все, Данил, здорово. Хорошо съездили, теперь надо дальше продолжать работать. Привет, наша очередная посылка. Да, да. Очередную посылку запаковываем. И эта посылка у нас отправляется... В Воронеж. Сейчас посмотрим. Воронеж ты писала? Да, да. Евсеева Юлия, город Воронеж. Привет! Вот, вот так вот мы вам упаковываем посылку всей семьей. Вот три контейнера вот таких вот литровых. Трешки закончились, к сожалению. Надеюсь, ничего. Ну так, литровый контейнер. Но мне даже удобнее. Достал баночку, поставил, завинчивающаяся крышка, съел, да? Да. Оп, съел. Надо кого-нибудь угостил одну баночку, да? Да. Три литрового контейнера, как раз 3 литра. А что-то там с контейнерами у меня беда. Нету пока таких больших. Так, вот сейчас наложим. Все хорошо упакуем и отправим, а завтра я на смену пойду. Не хочешь, чтобы я на смену ходил? Не хочешь, чтобы папа на работу ходил, да? Любишь, когда папа дома с тобой играет, да? Ой, ты моя прелесть. Ну все, смотри, уже полную коробку, прям полную. Да, маленьких коробок тоже нету, на почте закончились, пришлось взять вот такие вот большие. Ну, зато смотри, какая красота. Все, все вот. Готово. Ничего, ну, не все, болтается. Поехали! Поехали.